Здоровки всем, еще раз, как говорится, добро пожаловать в игрушечку под названием Castle of Secrets. Замок секретов, игра с глубоким и таинственным сюжетом, красивой 3D-графикой, хотя здесь я вообще поспорю, уникальным геймплеем и механиками, погрузит вас в сказку реальности и нереальности. Чем же закончится эта сказка или реальность, решать вам. Подписываемся на канал, я продолжаю. Игра сделана, в принципе, неплохо. Сюжет русский. Язык с озвучкой есть тоже русский. Не слишком сложные задачки а-ля головоломки. Окружение в игре загадочности тоже присутствует и интрига. Да, загадка, я бы сказал. Графика. Тут, в принципе, 2D. И никакой нафиг 3D я тут, кстати, так и не увидел. Вот ничего примечательного, в принципе. Правда, тут мне очень понравилась анимация. У мертвой, по сути, картинки появляется рот и начинает говорить. Вот это ужас. Меня от этого чуть не вырвало. В принципе, если до вас данная помеха не является, то можете смело данную игру поиграть. Да, игра неплохо сделана. Но этот говорящий рот почему-то у меня ток идет в сравнении с говорящей жопой. Я вот не знаю почему, это просто для меня противно и очень некрасиво. Но опять же, народ, это с моей точки зрения. Вот у женщины здесь можете посмотреть еще более-менее нормально. Но вот у мужика это просто жесть. Это я не понимаю, зачем такое делать. И объясните мне, дураку, где здесь у них 3D? Визуальное форматирование 2D в 3D? Я бы так не сказал, что здесь вообще где-то 3D, потому что камеры я здесь никак покрутить не мог. Но, в принципе, я повторюсь, если для вас это не такая большая проблема, эти говорящие рты, то что 2D, то можете, в принципе, игру брать. Сюжет здесь довольно неплохой. Самое прикольное, вот русская озвучка. Очень понравилось, но вот если бы можно было убрать этот говорящий рот, я бы реально в нее поиграл. Но я не могу этого просто говорить, хоть меня, не знаю, там, пристрелите.